Сегодня Россия живет по Конституции, принятой в 1993 году. До этого основной закон РСФСР, затем СССР, принимался 4 раза – в 1918, 25, 37 и 78 годах. Даты принятия были разными, поэтому и главный государственный праздник отмечался то 7 октября, то 5 декабря. Теперь День Конституции, 12 декабря – просто памятная дата. Хотя именно последний закон принимался по результатам всенародного голосования. Но вот парадокс – сам народ сегодня Конституции мало что знает. Выяснили мы это в Академгородке в надежде на продвинутость местных жителей и студентов. Основной закон Конституции? Да. Вот гарантии какие-то вам как гражданину дает? Не, ну конечно дает, наверное, какие? Там, не знаю, право там всем нам работать, там на жизнь право, наверное. Вот эти самые главные или какие? Есть, да, такие, да, да, там что там еще было? Помнишь, нет? Да, право на имя, может быть. Да что-то ничего на ум не приходит. Это со школы, если только вспоминать общество знания. Там, типа, каждый гражданин имеет право на свободу, не знаю, там, это совесть, вот оттуда? Например, да, например, да, да, да. Свободу да. передвижения. Да. Вы знаете, я можно сказать, простой обыватель, я просто живу. Ну, в общем-то, я не сталкиваюсь с какими-то такими серьезными проблемами. Мне, в общем-то, достаточно комфортно жить. Какие-то есть проблемы, они решаемые. А знать надо, считают эксперты, хотя бы вторую главу Конституции, которая называется «Права и свободы человека и гражданина». Вполне возможно, кто-нибудь найдет для себя что-нибудь там новое и этим воспользуется. К сожалению, анализ показывает, примерно 80% представителей нашего многонационального народа, который является единственным источником власти и суверенитета Российской Федерации на основании статьи 3, этих норм не знают. И, конечно же, это самым прямым образом сказывается на законотворчестве. Вот почему надо знать Конституцию. Ведь есть принятые федеральные и местные законы, которые либо не соответствуют Конституции, либо полностью ей противоречат. Все потому, что законотворцы – это и есть представители народа, которые в массе своей не знают основного закона государства. Если представительные органы власти не будут погружены в нормы Конституции, следовательно, они и не будут погружены в технику нормотворчества, соответствующие Конституции. И законы, которые они будут принимать, они не всегда будут учитывать мнение единственного источника власти и суверенитета многонационального российского народа. Проблема современного законодательства, что в нем нет встречного движения, которое прописано в Конституции, обеспечение прав и свобод. Реализация каких-либо принятых законов не должна быть в ущерб интересам гражданина, то есть нас с вами. Есть противоречия и в самой Конституции, о таких коллизиях юристы знают. Но не простые граждане, а тем более молодые люди, которые в своем большинстве Конституцию читали еще в школе. И тем не менее они уверены, что знать закон необходимо. Я думаю, современному гражданину всегда важно знать какие-то основные юридические документы. Да. Это должно быть полезно как и для жизни, так и для работы, да вообще для всего. Тем более Конституция – всеобъемлющий документ такой. Очень важно, потому что там есть и права, и обязанности для граждан Российской Федерации. Но я знаю 40-ю статью, например, Конституции. Каждый гражданин имеет право на жилище. Сколько еще просуществует современная Конституция, принятая, как считают некоторые эксперты, для переходного периода государства, сейчас не скажет никто. Но в том, что время принятия новой придет, уверены многие. Мы возьмем все ценное, что есть в западной цивилизационной модели, все ценное, что есть в восточной цивилизационной модели, в евразийской цивилизационной модели и создадим условия для формирования моделей государства, устойчивого развития. А это повлечет за собой, конечно же, и новое представление о общественных отношениях и, конечно, закрепление этих отношений в новой Конституции Российской Федерации. Но это на перспективу. А пока нам надо жить, принимать и исполнять законы в рамках Конституции нынешней. И чем лучше будет знать каждый из нас, тем справедливее и цивилизованнее будет наше общество и государство.